Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про дрель Bosch GSB-13RE. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок. Ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Ударная дрель эффективно применяется в ходе профессиональных монтажных, ремонтных или строительных работ для сборки и разборки модели. Данная модель обладает высокой мощностью, в то же время она компактна и удобна, особенно для работы в труднодоступных местах. Дрель имеет компактные габариты и небольшой вес. Это позволяет оператору на протяжении длительного времени работать без дискомфорта и чувства усталости. Мягкие накладки на рукоятке способствуют надежной фиксации инструмента в руке, что позволяет обеспечить превосходную точность сверления, дополнительные силовые ребра корпуса инструмента для прочности и долговечности. Ограничитель глубины сверла обеспечивает точное и аккуратное сверление. При помощи такого инструмента можно быстро, без усилий и с максимальной точностью сверлить отверстия диаметром 13 мм в бетоне, 15 мм в кирпичной кладке, 25 мм в древесине и до 10 мм в металлических конструкциях. Оператор имеет возможность регулировать мощность и величину крутящего момента в зависимости от характера работ. Это позволяет ему выполнять любые виды работ с максимальной точностью и с минимальными усилиями. Для текущего типа работ вы можете выбрать наиболее оптимальное число оборотов. Это позволяет оптимизировать усилия в процессе эксплуатации, точно дозировать мощность, сохранять рабочий ресурс и обеспечить продолжительную службу дрели. Режим обратного вращения позволяет быстро извлечь сверло или закрученный шуруп. Также реверс активно используется при проведении демонтажных работ, благодаря чему оператор может, не прилагая усилий, исправить ошибку или быстро произвести демонтаж конструкции. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Мало смазки в редукторе, надо проверять. Сгорели щетки через 3 дня использования. Для бетона лучше брать что-то помощнее. Кейса нет. Теперь перейдем к положительным. Удобный хват. Легкая в руке. Мощности хватает для заявленных работ. Хорошо работает ударный режим. Довольно тихая в режиме дрели. Ключ при затяжке сверла не срывается. Удобная функция регулировки оборотов. Место для хранения ключа на ручке. Присутствует реверс. Обратная связь важна для меня, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта.